Всем привет! Меня зовут Заряна Семенюк. Я являюсь технологом профессиональных брендов, двукратный победитель всероссийского конкурса парикмахерского искусства «Стильный город» и, самое главное, я являюсь тренером по колористике школы концептуальной стрижки «Диметриус». В школе «Диметриус» помимо обучения повышения квалификации для профессионалов-мастеров, проходит обучение с нуля. Уникальность данного обучения заключается в том, что с первого дня обучения вы практикуетесь на клиентах, не на манекен-головках, вы не пишете тонны листов теории. Выйдя в салон после такого обучения, вы возьмете ножницы не трясущейся рукой и будете уверенно делать свою работу, потому что здесь за время обучения вы проделаете огромное количество работ, вы сделаете множество стрижек, вы проведете множество окрашиваний, вы научитесь решать колористические задачи. У вас не будет шаблонных стрижек, шаблонных названий окрашиваний. Вам не нужно будет открывать палитру и хватать первую попавшуюся краску и молиться, чтобы цвет получился тот, который в палитре, потому что вы будете профессионалами. Вы отработаете на практике каждый сегмент парикмахерского искусства, если вы выберете полное обучение с нуля. Обучение с нуля в школе концептуальной стрижки «Диметриус» проходит в небольших группах под руководством тренера. В группах в этих всегда присутствуют ассистенты, которые будут рядом с вами, которые будут вас поддерживать и объяснять вам каждый ваш шаг, каждый ваш срез, каждое ваше движение. Раскрытие цвета, любой сегмент парикмахерского искусства будет всегда для вас раскрыт, потому что маленькие группы, есть тренер и есть ассистенты. Для того, чтобы стать профессионалом, важно выбирать правильную школу. Правильная школа – это там, где ты много практикуешься и без страха выходишь работать. Уже в процессе обучения ты будешь чувствовать уверенность свою. Каждый день ты будешь фотографировать свои работы, показывать их своим друзьям и родственникам. И я уверена, что они будут восхищены твоими работами, потому что они всегда прекрасны. Существуют разные категории мастеров. Есть мастера, которые работают в одном сегменте заработка. Они достигли определенного уровня и довольны собой, и работают, и продолжают работать, и не развиваются дальше. Есть профессионалы, которые постоянно стремятся расти, стремятся к большему заработку, стремятся к большему спасибо от клиентов, стремятся к большей благодарности к самому себе за то, что он делает потрясающие работы. Если вы выбираете второй вариант мастера, то вы выберете правильную школу для своего успешного развития. Правильная школа – «Диметриус». На обучении с нуля в парикмахерской школе «Диметриус», на курсе колористики, который преподаю я, Заряна Семенюк, ты научишься решать колористические задачи, а это первый этап к успешной твоей работе. Существуют палитры с красками, существует множество цветов, но для того, чтобы правильно сделать окрашивание, для того, чтобы получить ожидаемый результат для тебя, для твоего клиента, нужно научиться решать колористические задачи. И это первый путь к твоему успеху. Это то, что делается с первого дня на обучении в школе концептуальной стрижки «Диметриус» колористика. Для того, чтобы не бояться работать, для того, чтобы быть уверенным, для того, чтобы выйти в салон на работу и не бояться сделать окрашивание, не бояться своих клиентов, нужны знания. Знания эти ты получишь в «Диметриус». Здесь на обучении с нуля по колористике в начале, в первый день обучения у нас 2 часа теория, после которой мы решаем несколько колористических задач, и тогда тебе уже будет понятнее и легче работать с клиентом. Тебе будет уже понятнее вообще схема окрашивания, потому что взять просто краску и намазать ее на волосы – это не успех. Это стоять и надеяться, что цвет получится такой, какой ты хочешь. Но он, возможно, такой не получится. Разбирая строение волосы и разбирая определение окрашивания, фона осветления, ты сможешь сделать всегда хорошее окрашивание. У тебя не будет страхов перед работой. А это самое главное для успеха парикмахера. Прежде чем взяться за краску, прежде чем пойти к весам, к мискам и к кистям, мы решаем конкретную задачу с конкретной моделью. Каждая модель в зале на обучении разобрана. Разобрана ее натуральная база, разобран желаемый результат. Мы обсуждаем это с моделью, мы обсуждаем это с тобой. Мы добиваемся понимания твоего в первую очередь. Мы решаем задачу, только после этого ты идешь смешивать краску. И тогда у тебя всегда получится правильный результат, хороший результат. Не бывает каких-то ошибок или каких-то сожженных волос. Этого просто не может быть, если ты решаешь задачи по колористике. Задачи по колористике – это самое важное в твоей практике. Выйдя на работу как профессионал, ты сможешь работать на любом бренде профессиональной косметики. Мы не привяжем тебя к нашему бренду. Тебе самое главное – знать основы колористики. Тебе нужно знать и решать задачи. Тогда ты сможешь красить и работать на любом бренде.
В школе концептуальной стрижки «Деметриус» работают профессионалы. Каждый тренер – профессиональный салонный мастер, успешный салонный мастер в первую очередь. И мы прошли этот путь, он был довольно длинный. И нам казалось, возможно, кому-то из нас казалось в начале карьеры, что сначала нужно хорошо заработать, а потом уже вкладывать в свое обучение. Но поверьте, это неправильный путь. Это очень долгий, сложный путь, который тебя будут огорчать и расстраивать. Творческая личность всегда должна быть на подъеме. Творческая личность должна быть вдохновлена и удовлетворена своей работой. И, безусловно, зарплата играет важное значение. Если ты будешь делать потрясающие работы и не получать за это деньги, ты будешь огорчен. Поэтому правильная формула успеха – вложиться и получить. Как правило, у парикмахеров осознание и формы, и цвета происходит уже в процессе практики в салоне. Но так как практики в Деметриусе достаточно много, ты уже, получив диплом парикмахера здесь, Деметриус, ты уже будешь понимать и видеть форму. У тебя будет уверенность в твоей работе, потому что ты ежедневно будешь делать хорошие работы. Ты ежедневно будешь гордиться своей работой, ежедневно будешь счастлив видеть, какую красоту ты можешь делать. А еще замечательная новость. В школе концептуальной стрижки появился дом Деметриус. В 20 минутах ходьбы от школы, ни на каком метро, ты прекрасно расселишься в нашей замечательной гостинице и будешь жить с ней, в ней, возможно, даже с кем-то из твоего коллектива. В твоей группе, возможно, будет еще кто-то, кто живет в этой гостинице. Вы будете дружески вместе ходить или поодиночке. То есть тебе не надо будет искать место жительства, тебе не нужно будет путаться в метро, нервничать, уставать. Для того, чтобы отдохнуть от творческой работы, ты выйдешь на свежий воздух, дойдешь спокойно до гостиницы, окунешься в атмосферу спокойствия, настроишься на новый рабочий день, и на следующий день снова с тренером, с ассистентами ты приступишь к своей новой потрясающей работе.